Всем привет! 25 апреля на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной комедийной мелодрамы под названием «Жить с надеждой». По сюжету молодой и наивный архитектор Алексей оформляет опекунство над одинокой старушкой по имени Надежда Альбертовна. Взамен она должна будет ему оставить наследство свою квартиру, которая находится в центре столицы. Однако Алексей не догадывается, что эта бабушка – настоящий вождь, у которой есть свои скелеты в шкафу. К тому же Надежда Альбертовна решает, что в опеке нуждается не она, а ее опекун. Поэтому она начинает активно вмешиваться в его и без того непростую личную жизнь. Сумеют ли эти двое ужиться под одной крышей и к чему приведет их обоюдная опека?